В Московской области проходит отборочный этап ежегодного всероссийского конкурса «Семья года». Проект направлен на поддержку многодетных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов или детей-сирот. За победу в конкурсе борется и молодая семья из городского округа Люберцы. В гостях у Негиных побывала наша съемочная группа. Те редкие минуты, когда все в сборе. Супруги Святослав и Мария, их 4 сыночка и лапочка-дочка. В выходной можно никуда не торопиться и провести время в кругу большой дружной семьи. Будни в семье Негиных расписаны по минутам. Кроме учебы в школе и посещения детского сада, все мальчики занимаются спортивной гимнастикой. Берут пример с папой, который принимает участие в различных соревнованиях и наряду с сыновьями завоевывает медали. Находят дети время и для творчества. Танцуют, рисуют и учатся играть на гитаре. Старшим это быть хорошо, дружно живем, играем. Занимаюсь гимнастикой уже с 3 лет. Мне очень нравится. Мне нравится заниматься. Мы ездим с тренером на разные соревнования. И я почти на всех выигрывал. Активный и здоровый образ жизни ведут все члены семьи. Летом одно из любимых занятий – катание на велосипедах, а зимой все встают на лыжи. Вообще, Негины привыкли делать все вместе и сообща, помогая друг другу. Святослав, я наливаю чай, ты раскладывай угощение. Супруги Святослав и Мария всегда мечтали о большой семье, иначе в их случае быть не могло. Они сами выросли в многодетных семьях. Сейчас признаются, чем больше детей, тем больше счастья в доме. Мы, когда познакомились, поженились, именно так оно и случилось, что да, мы хотели большую семью, вот, быть многодетными, поэтому... Так сказать, соблюдаем, да, традиции, те, которые нам заложили наши родители. Когда вышла замуж, появилась первого, второго захотели быстро. Поэтому... А еще 6-й будет? Планируете? Да! За вас уже решили. Да. В конкурсе «Семья года» Негины участвуют впервые, согласились не раздумывая. Считают, что этот проект еще больше сплотит их дружную команду. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.